солдат. Они вдохновились, посмотрев твою историю. Хотят сделать ее главным сюжетом в сентябрьском выпуске. Проблема в том, что эта история, этот контракт, все это будет только если ты приедешь в Лондон. Я не могу приехать. Прости, Акира. Алло? В каком здании офис у ребят с канала Discovery? Я стою на перекрестке и не могу понять, куда дальше. Где ты? Тут все здания на одно лицо. Ты жди там, я сейчас. Он здесь! Ты приехал в Лондон. Я знаю, тебе это дорогого стоило. Но то, что ты сделал это ради меня, круче всего на свете. Не сентиментальничай. Акира! Мне твоей нужна. Вы не могли бы позвать Миру, пожалуйста? Медсестра сказала, что она снаружи ждет меня. Вы не позовете ее, пожалуйста? Он забыл прожитые 10 лет. Последняя травма. Выйти воспоминания вплоть до прошлого несчастного случая. Кстати, для начала нам нужно собрать людей, которых он знал. И да, самое главное из них – это девушка. Мира. Сама со вчерашнего дня спрашивает о ней. Мира. И Акира. Мне нужно всего несколько минут. Знаете, я очень опаздываю на встречу. Мне правда очень жаль. Договоритесь о встрече с моим помощником. Это касается Самары.